В Алматы состоялся финал конкурса «Снять фильм за 48 часов». Более 1500 команд из стран Центральной Азии приняли участие в проекте дипломатической миссии США в Казахстане. Конкурсанты сняли 334 фильма. 21 апреля команды получили инструкции. Согласно им, в готовом 4-минутном кино обязательно должны присутствовать иголка с ниткой, яблоко, человек в шляпе и фраза «Do you speak English?». А вот темы и жанры произвольные. Готовые фильмы команды представили уже через 2 суток. А вчера компетентное жюри из числа кинопродюсеров и критиков сделало свой выбор. Я считаю, что это отличная идея и дает возможность молодым талантам, которые пытаются себя попробовать в кино, и для тех, кто уже давно в казахстанском кино, получить новый опыт, ну и получить возможность взять приз, грант от посольства США, чтобы обращать внимание на них, как на специалистов, с которыми, возможно, каналу в будущем можно будет успешно поработать.